Ну как хорошо, сегодня выглянуло солнышко. С утра сначала была плохая погода, был сильный ветер и мокрый снег шел. Сейчас погода разыгралась. У меня по плану кое-куда съездить. Здесь трактор шумит, чистит снег. Вот этот шумный трактор. Что, пусть чистит, молодец. Я приехала на Кипсалу, и сегодня здесь состоится самая большая рождественская ярмарка в Балтии. И в ней будут участвовать 500 торговцев из Латвии, Литвы и Эстонии. И этот автобус с сердечком, видите, написано «Донорс ЛВ». Можно сдать кровь по желанию стать донором. Было написано, что вход в эту ярмарку бесплатный. Но вот я смотрю, кассы закрыты. Ну, как-то мало верится, что бесплатно. Ну, давайте посмотрим. Может быть, и действительно бесплатный вход. Да, вход бесплатный. Никто билеты не проверяет. Можно свободно заходить. Где-то должен быть, наверное, гардероб. А вот стрелка показывает, где гардероб. Снять верхнюю одежду. Сюда, видите, прямо с чемоданами приехали. Фотозона, ТВ-нет. Ну что, заходим на ярмарку. Мне интересно. О, смотрите, как здорово. Селфи можно сделать. Мне интересно посмотреть что-то такое необычное, что я еще не видела и вам не показывала. Посмотрим. А здесь тоже можно попробовать. Народу много, бесплатно, конечно. Народу много. А это сувениры с пожеланиями. Можно купить, и внутри записочка с пожеланиями. Брелочки классные, разноцветные такие. Подушечки такие смешные. Зайчики, собачки. Какой большой выбор леденцов, петушков. Шоколадные. Детям, чтобы обмануть. А вот M&M's, конфетки такие шоколадные. Сегодня акция, 3 упаковки за 10 евро. Давайте попробуем. А вот это. Вкусно? Посмотри, вот это, а там уже. А. Какой зонтик с брошками. За 8 евро. Такие брошки в виде шапочек. Эти за 10 евро. Здесь только нету. И одежда, и парфюмерия, и посуда. Это здесь за очередь. Наверное, что-то пробовать дают. Раз такая очередь, точно что-то жуют. А, хлеб. Смотрите, какой хлеб. Какие десерты, интересно, с чем это? Наверное, взбитые сливки с чем-то, с фруктами. 1 евро. И вот латвийский, знаменитый. Все время забываю, как он называется. 4 евро. Платочки. Мне нравятся вот такие. Такой обруч с камнями. Так блестит. А перчатки какие? Ну куда в них пойти? В театр, может быть? Они стоят 10. Видите, какая зона отдыха в середине. Можно посидеть, отдохнуть. Кто устал ходить по ярмарке? Ну, здесь довольно большая ярмарка. Сколько ювелирных изделий. Видите, сверху лампу повесили, чтобы блестело больше. Ну, что-то как-то не блестит. О, какая деревянная, не знаю, посуда. Что-то такое необычное. Ну, типа вазы, наверное. А, можно хлеб туда положить. Сколько этих орешков со сгущенкой. Даже можно попробовать. Возьму, попробую какую-нибудь. Ой, подожди. А, спасибо.
грибочки есть. Очень вкусные орешки, очень я не сдержалась. Ага, спасибо большое, с наступающим. Так. Да, но без этой фирмы никуда, они везде, они на каждой ярмарке. Всем отбеливают зубы. Без них... Подарок, о! Спасибо. Давайте фотку сделайте. Супер сет. Да, да. Спасибо. Спасибо. Прямо мне подарок. Какие здесь красивые шапки. Ой, а здесь какой большой выбор шапок. Сколько же они стоят? 35 евро, эти за 25. Даже смотрите, с ушками. Моя любимая рыбка. О, рыбные котлеты. 3 евро это что? Одна упаковка, наверное, 3 евро. Какой большой выбор рыб. Главное сдержаться, сдержаться. А может быть не нужно сдерживаться? Сладенькое я купила, теперь надо что-то солененькое. Дают попробовать. Я чувствую, мимо не пройду. Хочу попробовать рыбные котлетки. Вкусно. Решила взять попробовать рыбные котлеты. Давайте две упаковочки. Да. Вкусно. 6 евро, 2 упаковки. Не успела зайти, уже купила. И сладости, и рыбные котлеты. Так, а что это такое попробовать? Био. А, это грибочки какие-то. Ну, они какие-то без вкуса вообще. Сырые грибы. Главное, чтобы не отравиться. А здесь что-то наливают. Что-то наливают, а их пробовать. Я. 38 градусов. Такая настоечка. Женщина не ожидала, попробовала. Ей чуть плохо не стало. Я пробовать не буду алкоголь. А то тоже нарвусь еще. Ух ты, какие свечки тут. Красивые в виде бокалов. Ух ты, какая большая, красивая. Лампы. Настольные лампы шикарные. Сколько косточек? 80 евро одна лампа. Это в народной одежде продавцы. А, ну у них товар такой же соответствует. Столько сладостей, столько всяких угощений, печенья. Сухарики, хлеб и разный кекс. С разными начинками кекс. О, оливочки. Это чебрец. Это цитрусовый микс. Апельсин, лайм, лимон, чуть-чуть чили и травки. Ну, с маслом тоже, да? Это все масло. У нас все в основном масло. Эта ярмарка длится 3 дня. То есть сегодня 15 декабря. Вот еще 2 дня будет. Так что приходите. Очень интересно. Мне нравится. Вот эти напиточки натуральные. Ну, я вам уже их как-то показывала. Ой, какие, смотрите, лампы. В виде цветочков. Как интересно придумали. Лампочки засунули в бутылку. Такая красота получилась. Но здесь еще много товара, которого я уже видела. Латвийского. Мне интересно посмотреть литовский.
и эстонские товары. Посуда из металла. Я сначала подумала, что это глина. Нет, это из какого-то металла сделано. Это же необычная такая. Подсвечники. Ой, ну сладостей здесь, конечно, очень много. Восточных разных. На любой вкус. Это хорошо, что вход бесплатный. Любой человек может приехать, походить здесь. Что-то для детей тоже. Что-то из камней сделано такое интересненькое. Опять пробовать что-то дают? Утка, да. На утку очень вкусно. Это приправы. Это что, духи такие? А, нет, это брошки такие. Это работа, что ничего ей не случится. У меня я уже 10 лет их делаю. У нас в Литве только приходит дополнение, ты покупаешь. А, литовская. Из Литвы. Красивый подарок, когда у людей уже все есть. Красивый подарок. Так тут вот можете сделать сюрприз. Здравствуйте. А что это такое? Запахи для дома. А, запахи для дома? Да, да. А, я думала... Попробуйте. Ага, он пахнет, да? Да, пахнет. Запах для дома, он должен пахнуть. Да, да, да. Еще есть бутылка дополнения внутри. И сколько стоит такая? Пожалуйста, 23 евро. Вся в коробке. В коробке еще есть бутылка дополнения. Тут такая там... декорация для дома, да. Для много лет. Потому что ее всегда можно обновлять запах, и ей очень для приятно декорации пахнет. Ничего не случится. Да, это тут хороший есть подарок. Еще в машину можно вот ставить. В машину 25 все вот эти. Для ключей есть. Все с запахами, все с дополнениями. Спасибо. Машину тоже, не знаю, вот уже у меня самой уже 7 лет. Я только побрызгаю его и все. Здорово. И красиво. Красивый очень. Подарок для, да, женщины, для мужчин тоже в машину. Ставим 22 евро. Хорошо. Спасибо. О, еще одна рыбка. Рыбное что-то. Это что? Угорь? Прямо с головой. Копченый. С головой. Спасибо вам большое. Спасибо. Это вы сами выращиваете, да? А, сами выращивают рыбку. Интересно, сколько стоит одна штука? Выбирайте, как вам нравится. А сколько стоит одна? У нас килограмм 39. А, килограмм 39. Так, и примерно? Это, да. Одна? Сделаем скидкой 19, да? Хорошо. А, 19 получается. Одна 19 евро. Одну евро. Я думаю, что вкусно. Сами выращивают. Вам пакет нужен? Ну да, свежий угорь круглый год. Очень красивая посуда. Тоже кому-нибудь в подарок. Какая красота, смотрите. Такие бантики. Можно вот как их использовать. На полы. Детям с блузкой, с рубашечкой, на платье можно даже. Вот такой образец. А, тоже, видите, у мужчины есть. Как красиво смотрится. Красота. Кружек. Ручная работа необычная. 15 евро такая кружка. С печенюшками. Ну, размер хлеба, конечно, меня удивляет, когда такой большой. Ой, ватрушечки. Нет, хватит. Я уже купила эти орешки со сгущенкой. С меня хватит. Ой, 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 ой. А это что, ветрига? Похоже, да. Ой. Держите меня, держите. Варежки тепленькие, связанные. О, какие большие носки. Прямо гольфы. Детская одежда. Очень много тоже совсем для малышей.
Да, такая красота. Так хочется девушку снять, продавца. Очень красиво, ну вы очень красивы. У вас будет куча комплиментов. Благодарю. А что это такое, брошечки, да? Брошки и кулончики. И можно, кулончики, ну, да? Вот, в принципе, можно и в машину, и на себя, и как брелок. Но в основном, да, в основном у меня брошки. А, брошки. И ношу я их на верхнюю одежду. На верхнюю одежду, красиво, да. Mm-hmm. Такие необычные, смотрю, такие. Mm-hmm. Кошечки. И при этом они, как сказать, ну, это моя фантазия, да? Да. Я поэксплорила себя. Необычно такое, спасибо, нигде не видела. А сколько стоит такая одна? 25. 25. Mm-hmm. Красиво. Это имбирный напиток. 12 ингредиентов. Вот смотрите, тут и наливают, и закуска сразу. Имбирный напиток. Но он безалкогольный. It's черепашка плавает. Это как Мэнина излазит из компании, а вы излазите жара. Так как солнце лензем жор. Это будет им съедешь в окладе дроши, бай. Labi. Ja tas ir ūdens princips, jūs varat padot tālāk. Labi. Un, ja nu gadījumā Kaspersam no konsultēt, jau kaut gan viņi ir ilgi. Tak, tavar bez muki, bez sakara. Čur ir takoj šis sastāv, no zelena pučiņuški, kamerinni. Интересно. Пробуйте. Руки заняты. На основе пастилы. Очень вкусно. Главное, что полезное. Какая-то любовь без последствий. Да, да, да. Любовь без последствий, так сказали. И сколько стоит такая любовь? По 2,50. Вот это было ягодное сорти, а вот есть еще классический вариант. Ага. Пила детям такие сладости полезные, без муки, без сахара. И вот напротив здесь такие досочки красивые из дерева. Очень большой выбор. О, какая красота. Раз, раз. И прыгают висюльки. Вот уже мужчина играется, детство вспомнил. Нашел себе игрушку. Здесь даже можно посидеть в кресле и что-то посмотреть. Виртуальное кино. Наверное, предлагают. Также можно поиграть в настольные игры детям. Так что приходите с детьми. Здесь тоже очень весело. Видите, батуты для детей поставили. Я своей дочке предлагала. Я говорю, давай поехали. Но она не захотела. Ну, может быть, еще приедут. Все-таки 3 дня эта ярмарка длится. Еще немногие знают, кстати, об этой ярмарке. Так что приезжайте. Так, а, кстати, сколько стоит? 15 минут 5 евро. Чебуречная. Кто хочет чебурек перекусить, можно тоже. Давайте посмотрим, сколько стоит здесь чебурек. 6 евро. Классический экстра 7 евро. Вот так вот делают чебуреки. Каруселек можно покататься детям тоже. Так, а что здесь машины делают? 2 машины, белая и черная. Наверное, продают? Давайте посмотрим, что за машина. И главное, что включены фары у них. Ух ты, что это за модель? Интересная, красивая машина. Красивые подарочные комплекты. Все орешки. Чего только нет. И шоколадные конфеты, и елочные игрушки. Варежки. Класс. С таким мехом. Дети на паровозике могут покататься. Давайте посмотрим, сколько стоит цена на паровозик. 3 евро. Такая красная машина приехала, угощает кофе. Не знаю, Мэрилд или другое кофе. И такая же большая машина, ну, вернее, не такая, уже другая. Здесь можно, что у нас предлагают, суп, гуляш за 7 евро. Без мяса за 5, как это, суп без мяса. Ну, ладно.
таком котле масло нагревают. Наверное, будут картошку фри жарить. Мандарины продают в упаковочках. Уже пора. Скоро Новый год. И в таком аппарате пиццу. Помните, я как-то снимала вам этот аппарат? Можно купить пиццу. И целый стол с баночками солений. Так, а что в этом? А, лато. Латвийское лато. Можно, наверное, приобрести билет. Лото. Да, кто-то покупает. Ну, шевелится олень. Головой шевелит. Шоколадные фигурки. Если лег лакенис, то его видишь, то мэра мэд апгастис. Покупают. Для детей здесь много всего интересного сделали. Так что приезжайте с детьми, будет весело. Так, а что здесь во втором зале? Ну, здесь, наверное, не ярмарка, а что-то другое. Во второй зал меня не пустили охранники, там репетиция, дети танцуют. Видите, какой здесь фонтан красивый? Только машин много, здесь уже пробка создалась. Все, наверное, на ярмарку едут. Конечно, бесплатно. У нас же люди любят все бесплатно. Но ярмарка мне понравилась. Интересно было походить, посмотреть, кое-что купить себе и детям. Полезные сладости без муки, без сахара. Хотя бывают полезные, но невкусные. Но здесь мне дали попробовать. Мне понравилось. Вроде ничего. Надеюсь, и детям понравится.